Представляем клетку для кроликов Ranch 140+ от итальянского производителя Ferplast. Клетка Ranch 140+ – это самая большая модель от компании Ferplast из серии клеток, изготовленных из скандинавской северной сосны. Клетка Ranch 140+ предназначена для содержания кроликов на улице. Также эту модель можно использовать в помещении. На крышу клетки нанесено специальное синтетическое покрытие, устойчивое к атмосферным осадкам. Деревянные детали покрыты краской спокойных пастельных тонов. Клетка разделена на два уровня. На втором уровне имеется уютный домик с откидной дверцей. Начнем сборку. В пазы в нижней части боковых стенок вставляем решетки и при помощи шурупов закрываем их деревянными рейками. На боковой стенке шурупами закрепляем верхнюю раму фасадной стенки. Затем закрепляем нижнюю раму с откидной дверцей для поддона. Длинную планку с разметкой под перекладины и отверстием под шуруп закрепляем на задней стенке клетки. Спереди в раму вставляем решетку и закрепляем шурупами вторую боковую стенку. Заднюю стенку с закрепленными петлями соединяем с крышей и прикручиваем петли шурупами. Стенку с крышей в сборе вставляем в пазы на задней стенке. Вкручиваем шуруп в отмеченное отверстие на задней планке и закрепляем заднюю стенку. В пазы на передней и задней стенках вставляем решетки и закрываем их планками при помощи шурупов.
На фасаде устанавливаем маленькую дверцу домика. Закрепляем замки для маленькой и большой дверец. Устанавливаем упор-ограничитель крыши. В открытом положении он имеет фиксатор. Для того, чтобы крышу закрыть, необходимо нажать ограничитель снизу посередине. С двух сторон по бокам двумя шурупами закрепляем заднюю стенку. Планку с отверстиями для колец под лесенку и планку без отверстий устанавливаем между первым и вторым уровнями в отмеченных местах на рейках. Прикручиваем планки спереди и сзади клетки шурупами. В верхней части второго уровня клетки устанавливаем дно домика. Затем стенку с дверцей. Стенку закрепляем четырьмя шурупами. В планку с отверстиями вкручиваем кольца под лесенку. Устанавливаем саму лесенку. Вставляем поддон с дверцей. В действующем варианте клетки, а не в демонстрационном ролике, как у нас, дверца в поддоне должна располагаться со стороны выхода из домика. Мы для наглядности поместили ее на передний план. Открываем скользящую дверцу на фасаде решетки и устанавливаем миску. Снаружи на стенку подвешиваем сенник, затем поилку. Для защиты деревянных ножек клетки от сырости внизу на них можно установить пластиковые опоры. Клетка собрана. Thank you.
Зазор между прутьями решетки клетки 23 мм. Далее приводим характеристики клетки для кроликов Ranch 140+ от итальянского производителя Ferplast. Узнать об актуальных ценах, акциях, подробную информацию о товарах вы можете на нашем сайте zvershop.ru. Спасибо, что были с нами. Всего доброго!